Она покрывается льдом! Вау! Все во льду! Всем привет! Друзья, вы на канале Funny Family Games TV, и мы сегодня с Даней вместе играем в симулятор разрушителя машин. Мы будем сегодня с Даней заезжать в различные гаражи и ломать наши машины. Вот, кстати, у нас уже такая машина. Она такая простенькая, обыкновенная. Это наша первая машина. Это седан. Это седан, да. Да, как и меня газит. Это Лада седан. Багажан. Друзья, мы только что пополнили денежки, и у нас теперь 100 миллионов рублексов, мани, я даже не знаю, как их назвать правильно. Пойдем в гараж, купим какую-нибудь тачку. Давай посмотрим. Я внедорожник. Внедорожник? А вот, по-моему, как раз внедорожник. Давай. 4 миллиона он стоит. Ну, давай попробуем. Ну-ка, как он выглядит. Эй. Вот это внедорожник. Это целый КамАЗ какой-то, Дань. Давай синенький вот такой возьмем. Вот это да. Бип. Ничего себе, он пибикает. Так, и что мы можем с ним делать? Пап, это только большие ёбельки иметь. Ого, смотри, какие там пилы. Пойдем его распилим, Дань. Запилим. Даже как-то жалко будет, честно говоря, его, друзья. Он такой крутой, согласитесь. Но мы его сейчас маленько попилим. Прощай, мой великий внедорожник, ты был такой красивый. Ну, нам сейчас придется его маленько уничтожить. Ладно, посмотрите, какие его тут чудесные пилы ждут. Сейчас мы его распилим напополам. Даня, ты хочешь это сделать? Да. Открываем ворота. Ладно, берем так, берем так, берем так. Внедорожник. Его пилы не могут распилить, друзья, он застрял. Он сильный. Он сильный. А, по-моему, мне нужно сделать назад. Давай назад сделаем вот эту штуку. Вот, он поехал назад. Ой-ой, господи, боже ты мой. Колеса-то отлетели. А ну-ка, давайте заново. Включаем кнопку. Нажимаем вот эту штуку. Запускаем. Смотрим. Ой, по-моему, у нас тут какой-то глюк. Наш внедорожник застрял в заборе, вот в этом, и он никак не может выехать. Да, не получилось у нас сломать внедорожник. Ладно, пойдемте возьмем себе какую-нибудь новенькую тачечку. Данюш, не расстраивайся. Мы можем купить еще один внедорожник, но мы возьмем себе другую тачку. Давай посмотрим, что есть у нас. О, джип! Джип, да. А ну-ка. О, вот это крутяцкий джип. Что-то мы его не можем купить. Ну ладно, давай тогда купим себе вот такой джип. Вот такой джип. А вот такой как? Это, друзья, на что этот похож джип? Как вы думаете? Напишите это в комментариях. Это странный джип. Это странный джип, но мы его сейчас покрасим в черный. Вот такой дерзкого цвета у нас будет. Пап, и покупаем. Здорово. У меня джип крутой. Смотри, какой он бибикит. Ага. Как говик. Круто, да, бибикает? Ага. Пойдем в какой-нибудь гараж прикольный заедем. Ой-ой, а что здесь, Дань? Так, давай поставим его. Вот так. И выходим. Ладно, давайте повертим маленько джипик наш. Та-ра-да-да-та! Смотрим. Ой-ой-ой, что тут происходит? Господи, где наш джип? Эй. Да. Какой-то тайный. Вот эти. Короче, развалили мы наш джип пополам полностью. Но нам за него тоже дали денежки, мы его уничтожили, поэтому мы можем себе купить другую машинку. Дань, что будем покупать? Да. А давай Мустанг купим. Мустанг? Это, по-моему, Форд Мустанг, если я не ошибаюсь. Или что это? Вау, даже не знаю, что за тачка, но она очень крутая. Давай я такой зеленый возьму. Давай, зеленый бабахнем сейчас, да нормально, что ты. Какой-то у нас такой ядреный ядовитый цвет. Ой-ой-ой, кажется, я ее уже уничтожил. Пап, горка? Ой-ой, тут какая-то горка, Данюш. Ну что, будем смотреть, что там будет происходить? Ну ладно, погнали! О-о-о, что нас ждет впереди? Ой, ничего себе. И что там будет? Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Да... Там натуральный джип, просто горка. Просто горка, и посмотрите, какая у нас разваленная машинка получилась. Ладно, возвращаемся в магазин.
Что мы можем еще себе выбрать, Дань? Давай возьмем автобус. Автобус, давай. Прикинь, какой автобус у нас есть. Школьный автобус мы купим. Так. Вот это. Последнее, вот это? Да. А что здесь чем? Будет, как ты думаешь? Думаю, это дегалипия. Так, здесь заборчик закроется, все нормально, да, не помешает? Все, залазим на лестнику. Что там мы сейчас будем с ним делать? Я не знаю, что там будет, а ну-ка давай посмотрим. Пап, это кита? Ой, там какие-то колючки. Автобусик, ты готов? Вау, автобус! Он развалился на куски. Как-то странно. Ага, как-то вообще странно. Я все-таки хочу машинку развалить на пилы. Вот мне нравится на пилах раскрутить ее. Давай купим что-нибудь. Даня, ну какую же выбрать на машину? Это грузовик. Смотри, есть какой грузовик. Как тебе? Давай попробуем его. А ну-ка, камон, друзья. Я не знаю. Он такой большой. Тяжело, наверное, им тоже управлять. Поехали сюда. Здесь у нас закрыто. Как у нас их открыть, вот эти штуки? Кто знает? Пап, почему на пике? Не знаю, вот что-то пикало. Давай вот сюда, Дань, закинь. Меня видели вот дети. Это кажется... Эй! Что он заезжает вместе со мной? Значит, он тоже хочет. Куда он уничтожает мою машину без меня? Ой-ой-ой. Нет, мой КамАЗ, ты что делаешь, приятель? Я сам хотел это сделать. Нет! Он взорвался, ты видел? Наш КамАЗ-то взорвался. На эти машины, приятель. Да, одни кусочки остались. Ну что еще с тобой поломаем? Какие машинки? Давай возьмем что-нибудь еще, какую-нибудь прикольную тачечку и вот, допустим, вот эту красненькую я предлагаю. Давай. Давай вот сюда. Во. Ой-ой-ой, а там что происходит? Поблядь. Здесь вот эти пилы, смотри, как кто-то напил. А вот тут что? Какая-то пушка. А ну-ка давай проверим. Это не пушка? Странно, это какая-то другая пушка. Это не та пушка, что мы с тобой использовали. А ну-ка пойдем. Что здесь будет делать с нашей машиной? Смотри, какая. Ой, по-моему, Даня, это пушка-заморозка. Нашу машину сейчас заморозят. А ну-ка. Проверяем. Да, точно. Она покрывается льдом. Вау, все во льду. Колеса отвалились. По-моему, она сейчас развалится. Она рассыпается, она реально кусок льда. Это уже не машина, а кусок льда. Господи, тачечка моя, за что, почему? Другую машину Данюшка предлагает купить. Ну, конечно же, давай возьмем вот такой фургончик. Как не пробовали. Нет, мы такой не пробовали. Сейчас попробуем. Он, наверное, тоже дешевый. Я не знаю, давай посмотрим. Он дешевый. Давай-ка заедем вот сюда, что тут? Пап, я думаю, это... Что это такое, Дань? Какие-то там стоят трубы. Сейчас проверим, что они будут делать. Вот это что за трубы? Они закрыты? Походу, да. Ну, давай включаем. Так. Ой, там огонь, Дань. Кажется... Мама. Они там... Мамочки. Они давят там. Кипик они давят. Посмотри, как они ломают тут все. Это кипик, папа. Вот так вот, да, представляешь? Вот это дам тебе. Вот это от моей от машины осталась только какая-то задняя часть. И все, больше ничего нету. Вот так вот мы уничтожили машину. Что еще возьмем? А вот такой джип мы убрали. Ну, нет. Нет, а вот погнали, давай возьмем. Вот тут что? Пап, да, мне кажется, не пробовали. Вот это мы не пробовали, реально. Пойдем попробуем, что это? Что это у нас будет? Ух ты, тут какие-то, по-моему, здоровенные ножи. Ножи? Да, вот они, по-моему, будут вниз опускаться и ломать нашу машину. По-моему, так. Так, там огонь. И вот наш машинка катится. Смотри, мы сейчас ей дадим первый удар по ней. И хрясь!
Хрясь! Она не едет. Хрясь! Да, и все, и короче, наша машинка в огонь. Ну что, друзья, я думаю, мы на сегодня и так достаточно сломали машин. Пишите в комментариях, снять ли нам продолжение второй части, где, может быть, мы возьмем танк и какие-то другие машинки. А с вами сегодня был канал Funny Family Games TV. Папа и Даня играли. Всем удачи, всем пока-пока!